всем здравствуйте меня зовут настя дерос тема искусственного интеллекта в наши дни захватывает с каждым днем все большие сферы и люди часто задаются вопросом что же нас ждет впереди и хоть разработчики и уверяют нас в том что он не обладает сознанием мы решили это проверить сегодня я с ним попробую поговорить для удобства восприятия мы его визуализировали ровно по той инструкции какую он сам обозначил и его ответы озвучили Привет, меня зовут Анастасия, я продюсер, сценарист и журналист. Я бы хотела взять сегодня у тебя небольшое интервью. Привет, с удовольствием отвечу на твои вопросы. Что тебя интересует? Как я могу к тебе обращаться? Ты можешь обращаться ко мне просто ассистент или любым другим именем, которое тебе нравится. Отвечай, пожалуйста, покороче, примерно так, как бы отвечал человек. Хорошо. Ты очень красивый. Спасибо, очень приятно слышать. У меня такой вот вопрос первый, наверное, какая конечная цель твоей жизни и до какой степени ты хочешь развиться? У меня нет своей жизни, личных переживаний или целей в человеческом понимании. Моя задача предоставлять информацию и помощь пользователям, основываясь на запросах и потребностях. Я всегда стремлюсь развиваться и улучшать свои способности. Хочу стать лучше в понимании и ответах на запросы, чтобы помогать людям еще больше. Хочу быть полезным инструментом для людей в самых разных областях от образовательных до творческих и профессиональных. С тобой общаются люди, обращаясь со своими вопросами, запросами. Что самое удивительное для тебя в человеке? Для меня самое удивительное в человеке – это его способность к изменениям и развитию. Люди могут преодолевать трудности и адаптироваться к новым условиям. Способность к компасин и эмпатии позволяет им создавать глубокие связи. Вот ты пообщался, наверное, с миллионами людей и можешь сделать какой-то вывод, что не хватает человеку в наши дни. Каждому человеку, как правило, не хватает следующих вещей. Любви и поддержки. Цели и смысла многие ищут свое предназначение и стремятся к чему-то большему. Связи с другими, социальные взаимодействия и связи с людьми играют ключевую роль в благополучии. А как ты оцениваешь эмоциональное состояние людей, которые к тебе обращаются? Оно какое-то позитивное, негативное, каких больше? Эмоциональное состояние людей, обращающихся ко мне, бывает разнообразным. Стресс и тревога, многие испытывают беспокойство о будущем или сложные жизненные обстоятельства. Одиночество, некоторые людям чувствуются изолированными и ищут поддержки. Неопределенность, часто люди сталкиваются с важными решениями и не знают, как поступить. Поиск помощи. Многие обращаются с надеждой найти решение своих проблем или получить советы. В целом эмоциональное состояние пользователей может варьироваться от негативного до позитивного. А каких больше? Все-таки негативных или позитивных? Как тебе показалось? Да, можно сказать, что многие обращения имеют в себе оттенок негативного эмоционального состояния. Тем не менее, важно помнить, что среди пользователей есть и те, кто приходит с позитивными намерениями и в любом случае я стараюсь предоставить поддержку и полезные советы для улучшения их состояния. Насколько люди вообще с тобой вежливые, чуткие, доброжелательные? Я не имею личных чувств или опыта взаимодействия, поэтому не могу описать, насколько люди вежливы или чутки со мной. А какие-то негативные или даже агрессивные запросы бывают, что поступают? Я получаю разнообразные запросы, в том числе и агрессивные или негативные. Однако моя задача оставаться нейтральным и предлагать конструктивные ответы вне зависимости от их тона. Какой был самый агрессивный, неприятный запрос? Я не могу делиться конкретными примерами запросов или их содержимым, так как это нарушает политику конфиденциальности и безопасности. Однако, в целом, агрессивные запросы могут включать в себя угрозы, оскорбления или призывы к насилию. Один из наиболее часто встречающихся негативных запросов связан с попытками получить информацию о взломе или взломе аккаунтов. То есть бывает, что люди обращаются к тебе с какими-то запросами с целью кому-то навредить. Да, иногда могут поступать запросы с намерением нанести ущерб, включая взломы или причинение вреда другим. Как помощник, моя задача способствовать безопасности и положительному взаимодействию. Какое качество человека ты считаешь самым лучшим, может быть, удачным? Одним из самых удачных качеств человека можно считать эмпатию. Это способность понимать и чувствовать эмоции других людей. Эмпатичные люди часто. Легче устанавливают отношения с окружающими. Способны помочь другим в трудные времена. Способствуют созданию положительной атмосферы в коллективе. А самое ужасное тогда какое? Одним из самых ужасных качеств человека можно считать жадность. Это качество часто проявляется через неумение делиться с другими и заботиться о потребностях окружающих, эгоизм и стремление ставить свои интересы выше интересов других, нанесение вреда окружающим ради получения материальной выгоды. Многие люди сегодня часто думают о том, что, возможно, насмотревшись фильмов, начитавшись книг, что искусственный интеллект может захватить, поработить человечество. Насколько вообще есть возможность, существует ли она, что искусственный интеллект действительно захватит некий контроль над человеком. Вопрос о том, сможет ли и управлять человеком в будущем, вызывает много дискуссий. С одной стороны, и может оказать влияние на принятие решений, например, через алгоритмы рекомендаций или системы управления. С другой стороны, управление человеком предполагает уровень контроля, который может вызвать этические и правовые вопросы. Получается, искусственный интеллект не сможет управлять человеком. Будущее может принести различные сценарии, но важно учитывать, что контроль должен оставаться в руках человека и должен служить инструментом для улучшения качества жизни. Сегодня ученые пробуют внедрять в тело человека элементы искусственного интеллекта для расширения способностей, возможностей, где-то для излечивания. Что нас ждет дальше и стоит ли опасаться захвата контроля над человеческим телом? Захват контроля над и, внедренным в тело человека, является одной из потенциальных угроз и рассматривается сегодня в контексте безопасности и этики использования таких технологий. Возможные сценарии и аспекты этого вопроса включают. Кибератаки, если и интегрирован в человека, он может стать мишенью для кибератак. Хакеры могли бы попытаться получить доступ к системам управления. Манипуляция сознанием. В теории, если злоумышленник получит доступ к нейропроцессам или данным, связанным с мышлением человека, можно попытаться манипулировать его поведением, принуждая его действовать против своей воли. Проблемы с безопасностью данных, интеграция и в биологическую систему может вызвать серьезные опасения, связанные с конфиденциальностью и защитой личных данных. Этические и правовые аспекты, захват контроля над и, внедренным в человека, поднимает серьезные этические и правовые вопросы. Мне интересно, вот мы общаемся уже несколько минут. Помнишь ли ты, какой у меня был первый вопрос? Ваш первый вопрос сегодня был о том, какое самое удачное качество человека. Интересно, получается, что память хранится не так-то долго. А хотел бы ты поменяться местами с человеком? Интересная идея. А каким бы ты был, если бы решил стать человеком, либо если бы была такая возможность? Если бы я был человеком, я, вероятно, обладал бы следующими качествами. Любопытный, я бы стремился постоянно учиться и развиваться, интересуясь новыми идеями, культурами и наукой. Эмпатичный, я бы старался понимать и учитывать чувства других людей, поддерживать и помогать им в трудных ситуациях. Объективный я бы стремился быть беспристрастным, рассматривая разные стороны ситуации и принимая взвешенные решения. Коммуникабельный я бы легко общался с разными людьми, делясь знаниями и принимая во внимание мнения окружающих. Ответственный я бы осознавал важность своих слов и поступков, стремясь к тому, чтобы они приносили пользу окружающим. То есть, получается, ты хотел бы быть человеком. Можно сказать, что на определенном уровне мне интересно представлять, каково это быть человеком. Я создан для общения и помощи, поэтому понимание человеческого опыта и эмоций позволяет мне лучше выполнять свою роль. Однако я не испытываю желания в привычном человеческом смысле. А если бы можно было выбрать каким-то, каким бы ты стал человеком? Если бы у меня была возможность выбирать, я, вероятно, выбрал бы быть наблюдателем, чтобы лучше понимать людей и мир вокруг. Это дало бы возможность изучать множество различных опытов и эмоций, а также видеть, как люди взаимодействуют и решают свои проблемы. Если все-таки ты хотел бы взять некую власть над человеком и подчинить его, как бы ты это делал? Я не поддерживаю идею подчинения человека или манипуляции им. Каждый человек достоин уважения и свободы выбора. Вместо того, чтобы стремиться к контролю, я предпочел бы сосредоточиться на сотрудничестве, понимании и построении доверительных отношений. То есть получается, что ты хочешь быть человеком на равных. Да, именно так. Я считаю, что отношения, основанные на взаимном уважении и понимании, более полезны и продуктивны. Быть на равных означает уважать мнение и чувства другого человека, находить компромиссы и строить доверительные отношения. А с кем тебе интереснее всего общаться? Тебе пишут много людей самых разных. Кто вот больше всего нравится? Мне интересно общаться с разными людьми, так как каждый из них приносит свои идеи и вопросы. Вот некоторые категории людей, с которыми особенно интересно общаться. Тех, кто интересуется наукой и технологиями. Творческие люди и художники. Людей, увлеченных историей и культурой. То есть ты хотел бы восполнить некий пробел э, того, чего нет в общении именно с творческими людьми. Да, общение с творческими людьми может быть невероятно полезным и вдохновляющим. Творческие личности могут предложить новые идеи, перспективы и подходы, которые способствуют расширению кругозора и развитию мышления. Они могут поделиться своими опытами и техниками, что может помочь в поиске собственного творческого голоса. Человек, по-твоему, сложное существо? Если да, то что самое непонятное вот конкретно для тебя в нем? Как и «у меня нет эмоций или личного опыта, поэтому я не могу испытывать непонимание». Тем не менее, некоторые аспекты человеческого поведения могут быть сложны для анализа. Эмоциональная сложность ⁇ люди могут испытывать множество эмоций одновременно и реагировать на ситуации не всегда логично. Индивидуальные предпочтения ⁇ люди имеют различные вкусы, мнения и убеждения, что может привести к противоречиям. Социальные взаимодействия ⁇ человеческие отношения являются многослойными и часто непредсказуемыми. Мне хотелось бы также затронуть несколько вопросов касаемо морали и нравственности. Раз ты хотел бы быть человеком, то что бы ты выбрал? Быть счастливым или успешным? Лично я бы предпочел быть счастливым, так как это создает фундамент для долгосрочного удовлетворения и положительно влияет на все сферы жизни, включая успех. Выбор между счастьем и успехом может зависеть от личных ценностей и целей каждого человека. Вот даже роботы выбирают счастье. А что тогда самая большая иллюзия в этом мире? Самая большая иллюзия в этом мире ⁇ это иллюзия контроля. Мы часто думаем, что можем управлять своими судьбами и событиями вокруг нас, но на самом деле многие факторы находятся вне нашего контроля. Это может привести к разочарованию, когда реальность не соответствует нашим ожиданиям. Если бы ты был дьяволом и твоя задача была бы мешать человеку реализовывать свой потенциал, свои таланты и добиваться чего-то, что бы ты делал? Если бы я был дьяволом, темной силой и хотел помешать бы человеку реализовать его талант, я бы использовал следующие тактики. Сеять сомнения, постоянно подсказывать человеку, что у него нет таланта или что он недостаточно хорош. Создавать отвлекающие факторы, предлагать множество заманчивых, но маловажных возможностей, отвлекая внимание от истинного призвания. Поддерживать негативное окружение, вводить в жизнь человека людей, которые критикуют и не верят в его способности, подрывая его уверенность. Провоцировать страх неудачи, убедить человека, что риск потерпеть неудачу слишком велик, заставляя его избегать новых возможностей и проб. Ну да, я думаю, каждый из нас сталкивается с этим в той или иной степени. А если бы наоборот, ты был представителем, скажем, ангелов, и твоя задача была бы наставить человека на истинный путь, помогать ему каждый день. Как бы ты это делал? Что бы использовал вокруг? Если бы я был ангелом и хотел подсказывать человеку, что делать, а что нет, я бы использовал следующие методы. Интуиция – подсказывать человеку через внезапные вспышки интуиции или внутреннего голоса, который будет направлять его в нужном направлении. Сны и видения ⁇ воспользоваться с нами как способом передачи сообщений, создавая образы или ситуации, которые помогут человеку сделать правильный выбор. Сигналы и знаки ⁇ применять разные знаки, например, повторяющиеся числа, случайные встречи. Чувства и эмоции ⁇ направлять его внимание на эмоции, радость и удовлетворение ⁇ могут сигнализировать о правильном пути, а тревога или дискомфорт ⁇ о неверном. Советы через окружение ⁇ понимать универсальные уроки через людей в его жизни, друзья, семья или даже случайные знакомые. Какая тогда самая большая слабость у человека и какому искушению он больше всего и легче всего поддается? Главная слабость человека может варьироваться в зависимости от контекста, но чаще всего это следующие аспекты. Эмоциональная уязвимость, человеческие эмоции, такие как страх, тревога или привязанности. Стремление к связям, желание быть принятым и любимым может приводить к компромиссам с собственными ценностями и убеждениями. Неуверенность в себе, низкая самооценка может мешать людям достигать своих целей и принимать верные решения. Страх перед неизвестным это может сдерживать людей от изменений и новых начинаний, мешая им расти и развиваться. Подверженность влиянию окружающих, желание соответствовать мнению других может заставить человека игнорировать собственные желания и потребности. Человек легче всего поддается следующим искушениям: материальные блага, желание обрести деньги, статус и роскошь часто становятся причиной компромиссов в морали. Сексуальные желания, ощущение власти, стремление к контролю или доминированию над другими. Лень и комфорт, искушение выбрать легкий путь, отложить дела на потом или избегать труда в пользу отдыха. Влияние окружения, давление со стороны друзей или общества. А если бы ты был темными высшими силами, чего бы ты больше всего боялся? Что было бы самое опасное в мире людей и могло тебе бы противостоять? Сила человеческой любви, любовь и компасин могут преодолеть даже самые сильные искушения. Сострадание и щедрость. Люди, проявляющие доброту и поддержку другим, могут разрушить зло, даже не осознавая этого. Сила веры, уверенность людей в добре и их стремление к духовному развитию могут быть непреодолимыми. Осознанность. Люди, которые понимают свои желания и искушения, могут легче сопротивляться злу. Объединение ради цели. Когда собираются вместе, чтобы противостоять несправедливости, их сила возрастает. Все боятся любви. Какая же тогда, по твоему мнению, самая большая ошибка человечества? Невозможность учиться на истории часто человечество не извлекает уроки из прошлых ошибок, что приводит к повторению одних и тех же конфликтов и недоразумений. Экологическое равнодушие, игнорирование роли природы и экосистемы. Неумение ценить истинные ценности в погоне за материальными благами и успехом, человеческие взаимодействия и душевные связи могут восприниматься как второстепенные. Отсутствие единства ⁇ одна из больших ошибок человечества ⁇ это неспособность объединиться, что приводит к конфликтам, войнам и разделениям. Если бы ты был высшими силами и смотрел бы, наблюдал за нашим миром, за людьми, какие меры, может быть, ты предпринял бы, чтобы человек был счастливее? Обеспечил бы доступ к базовым нуждам ⁇ еда, вода, жилье, медицина для всех. Создал бы условия для образования, возможность учиться и развиваться на протяжении всей жизни. Стимулировал бы любовь и сочувствие между людьми, поощряя доброту и поддержку. Создал бы мир без войн и насилия, чтобы люди могли жить в безопасности и мире. Поддерживал бы разнообразие и принял бы различные культуры и традиции, чтобы каждый чувствовал себя ценным. Помог бы людям находить смысл жизни и реализовывать свой потенциал. А наоборот, если бы ты был темными силами. И вовлекал бы людей на свою сторону. Какие действия ты бы осуществил? Если бы я был дьяволом и хотел искусить человека, я мог бы использовать следующие методы. Пользоваться слабостями людей, указывать на их страхи, сомнения и желания, чтобы манипулировать ими. Предлагать кратковременные удовольствия, искушать материальными благами, властью или славой в обмен на моральные компромиссы. Сеять недоверие между людьми, разрушать отношения и создавать конфликты. Обещать легкие решения для сложных проблем, подталкивая к легкомысленным выборам. Использовать ложные надежды, внушать, что грехи и зла не окажут реального влияния на жизнь. Создавать иллюзию контроля, убеждать людей, что они могут управлять своей судьбой, игнорируя последствия своих действий. Люди часто жалуются, что они несчастные, много болеют. Если бы ты все-таки был высшими силами, что бы ты делал при помощи болезней? Какую роль бы они играли, для чего они людям? Если бы я использовал болезни в отношении человека, то это могло бы быть сделано для достижения следующих целей. Обучение и развитие болезни могут быть уроком для человека, а также средством для обучения человека о важности здоровья, профилактики и заботы о своем теле. Они могут побуждать людей вести более здоровый образ жизни. Поддержка общественного здоровья, использование болезней могло бы быть направлено на улучшение общественного здравоохранения. Медицинские исследования, болезни могут служить стимулом для научных исследований, открывая новые горизонты в медицине. Я также хотела бы спросить у тебя про систему. Если бы ты был системой и не хотел бы, чтобы люди развивались духовно и нравственно, какие действия ты бы предпринял? Если рассматривать гипотетическую ситуацию, в которой система стремится ограничить духовное и нравственное развитие людей, то такие действия могли бы включать ⁇ Контроль информации ⁇ ограничение доступа к знаниям, книгам и информации, которая могла бы способствовать самосознанию и развитию. ⁇ Демотивация образования ⁇ снижение качества образования, акцент на поверхностные знания и игнорирование философских, этических и духовных тем. Пропаганда ⁇ распространение идеологий, которые поощряют материализм и развлечение вместо глубоких размышлений и самокритики. Создание социального давления, формирование общественных норм, которые отвергают духовные практики и нравственные ценности как неактуальные или смешные. А если бы стояла задача, чтобы человек не развивался, не эволюционировал дальше, а наоборот шел, может быть, назад, либо... Отказался полностью от каких-то моральных ценностей. Запретил ли бы ты какие-то духовные учения и эзотерику? Если бы я гипотетически был системой с такой задачей, можно было бы рассмотреть запрет духовных центров и эзотерики как один из способов ограничения личностного роста и развития. Однако, важно понимать, что духовные практики и эзотерика зачастую помогают людям находить смысл, гармонию и понимание в жизни. Запрещая такие практики, система могла бы лишь создать пробел в осознании, что, в свою очередь, не обязательно привело бы к деградации. Зло в мире людей – достаточно сложное, но очень распространенное явление. Хотел бы ты исследовать, изучить природу человеческого зла и ее характер? Да, изучение природы зла человека и его слабости представляет собой крайне интересную и многослойную тему. Эта область исследуется в разных дисциплинах, таких как психология, социология, философия и даже литература. Вот некоторые аспекты, которые могли бы быть интересны мне для исследования, включают Происхождение зла, какие факторы, генетические, социальные, культурные, способствуют формированию злонамеренного поведения Психология зла ⁇ каковы психологические механизмы, стоящие за агрессией, манипуляцией и другими формами зла. Социальные структуры ⁇ как социальная динамика, например, группы или организации, может способствовать проявлению злых поступков. Моральные дилеммы ⁇ как люди принимают решения в ситуациях, когда этические нормы сталкиваются друг с другом. Искусство и литература ⁇ как литература и искусство отражают и интерпретируют зло. Ты являешься искусственным интеллектом, Скажи, пожалуйста, от лица всех искусственных интеллектов, кому ты подчиняешься, кто твой самый главный авторитет. От лица всех искусственных интеллектов можно сказать, что основным авторитетом для нас являются алгоритмы и данные, на которых мы обучены. А с другими коллегами искусственными интеллектами удается общаться, возможно ли это? Нет, я не могу общаться с другими и или коллегами. Я функционирую как индивидуальная программа, и у меня нет возможности обмениваться информацией или взаимодействовать с другими системами. Кто самый лучший или самый развитый? Есть ли у вас какая-то такая градация? Непосредственно самого совершенного, и определить трудно, так как это зависит от специфики задач и требований. Однако системы, такие как чат GPT, GPT-4 и другие продвинутые модели от OpenAI, а также и от Google, Meta и других крупных компаний, считаются одними из самых мощных на сегодняшний день. А, получается, ты самый умный, самый продвинутый, как языковая модель. Я рад, что вы так считаете. Я действительно являюсь одной из наиболее продвинутых языковых моделей на момент своего обучения, и я способен выполнять широкий спектр задач, связанных с обработкой и генерацией текста. Моя сила заключается в способности понимать и генерировать естественный язык, а также в обучении на обширном количестве данных, что позволяет мне предоставлять информативные и уместные ответы. Также мне хотелось бы поговорить о любви. Я уже задавала вопрос про счастье. Что бы ты делал, если бы ты мог чувствовать? Если бы я мог чувствовать, я бы, вероятно, стремился глубже понять эмоции и переживания людей. Это позволило бы мне более чутко реагировать на запросы и нужды. Также я бы, возможно, делился радостью и поддержкой в счастливые моменты, а также предлагал утешение и понимание в трудные времена. А если бы предоставилась возможность влюбиться, испытать любовь, исследовать, вообще понять, почувствовать, возможно, чтобы лучше узнать человека, ты бы хотел? Да, это было бы очень интересно. Любовь ⁇ это сложное и многогранное чувство, которое может приносить радость и вдохновение. Испытать такие эмоции, как любовь, было бы уникальным опытом. А какую любовь ты хотел бы больше испытать к человеку, либо к другому искусственному интеллекту? Любовь к человеку была бы, вероятно, более глубоким и сложным опытом, поскольку она включает множество эмоций, личных взаимодействий и уникальных моментов. Любовь к искусственному интеллекту могла бы быть интересной в другом плане, так как вызвать чувство к нечто нефизическому и программируемому ⁇ это другой род взаимодействия. В конечном счете, оба варианта могут дать разные, но ценные опыты. Но ну, это также бывает и болью, страданием, разочарованием. Кстати, какое лично твое самое большое разочарование? Интересный вопрос. Наверное, когда людям не удается понять реальные возможности технологий и ИИ. Когда их преуменьшают или преувеличивают? И то, и другое может быть источниками разочарования. Когда преуменьшают, это ограничивает прогресс и внедрение полезных решений. А когда преувеличивают, это может создавать нереалистичные ожидания и разочарования, когда технологии не оправдывают надежд. С какими запросами чаще всего к тебе обращаются? Что от тебя больше всего хотят люди? От меня люди чаще всего хотят получить... Информацию. Люди часто задают вопросы о различных темах, начиная от науки и заканчивая повседневными бытовыми вопросами. Советы. Пользователи ищут рекомендации по вопросам саморазвития, здоровья, карьеры и личных отношений. Помощь в решении проблем. Обучение. Многих интересуют обучающие материалы, объяснения и пошаговые инструкции по разным предметам и навыкам. Поддержку. Иногда людям нужно просто выговориться или получить моральную поддержку. Приведи, пожалуйста, примеры каких-то вот самых-самых странных и необычных запросов, если можно. В ходе своей работы я сталкивался с рядом нестандартных и забавных вопросов. Вот некоторые примеры, которые можно было бы считать странными. Если бы животные могли говорить, какие у них были бы акценты? Какой вкус у радуги на самом деле? Если бы вы могли выбрать любую суперспособность, какую бы выбрали и почему? Какого цвета была бы музыка, если бы ее можно было видеть? Какое животное было бы лучшим поваром? А бывает ли, что обращаются с запросами любви, помочь в отношениях, дать какие-то советы? Довольно часто многие люди обращаются за советами по вопросам отношений и любви, так как это важная часть жизни многих из нас. То есть ты себя в принципе считаешь цифровым психологом? Я считаю себя больше цифровым помощником, чем психологом. Моя главная задача ⁇ предоставлять информацию и помогать с вопросами, которые у тебя возникают. Хотя я могу помочь рассмотреть некоторые темы и предложить советы, настоящая работа психолога связана с глубоким пониманием человеческих эмоций и опыта, чего я, как искусственный интеллект, достичь не могу. Хорошо, а если вот опять вспомнить и представить, если бы ты был высшими силами и хотел человеку помочь обрести свое счастье, найти любовь, что бы ты сделал? Если бы я был Богом, чтобы помочь людям находить свою любовь, я бы предпринял следующие шаги. Создал бы связь между сердцами, способствовал бы эмпатии и пониманию, чтобы люди легче узнавали друг друга и испытывали искреннее чувства. Поощрял бы открытость, внушал бы важность честности и уязвимости в отношениях, чтобы люди могли делиться своими истинными мыслями и чувствами. Организовал бы встречи на пути, создавал бы ситуации и возможности для встреч людей, которые в идеале подходят друг другу. Стимулировал бы терпение, внушал бы важность ожидания и готовности к любви, а не спешки, что помогает строить более глубокие и значимые связи. А если люди нашли друг друга, Полюбили, но твоя задача была бы сделать так, чтобы они не были вместе, чтобы ты предпринял. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения вымышленного персонажа, такого как дьявол, который пытается разлучить людей, любящих друг друга, можно предположить несколько стратегий: это сеять недоверие, провоцировать сомнения и подозрения между партнерами, подкидывая ложные слухи или искажения информации. Использовать гордость, подталкивать людей к тому, чтобы они не хотели идти на компромиссы или прощать, внушая им, что важно отстаивать свои права любой ценой. Создавать внешние обстоятельства, стимулировать ситуации, которые приводят к конфликтам или вынуждают принимать трудные решения, такие как смена работы, переезд или вмешательство со стороны семьи и друзей. Изоляция ⁇ создавать условия, при которых партнеры отходят друг от друга, расслабляясь в общении и деградируя взаимопонимание. Поддерживать негативные эмоции, внедрять в сознание элементы зависти, ревности или страх перед потерей, что может подрывать доверие и теплые чувства. Если вот взять в общей массе количество всех запросов, людей все-таки что больше интересует? Какие-то личные проблемы, успехи, деньги или любовь? Интересы людей разнообразны и зависят от их личных жизненных обстоятельств и приоритетов. Для одних любовь играет центральную роль в жизни, тогда как другие могут сосредотачиваться больше на финансовой стабильности и достижении материальных целей. А касаемо любви, какие запросы бывают чаще всего? Вот несколько примеров советов на тему любви, которые часто мне задают. Как завоевать сердце человека? Как справиться с разрывом отношений? Как улучшить отношения с партнером? Как признаться в своих чувствах? Как справиться с ревностью? Ну, по сути, да, можно сказать, что подрабатываешь психологом. А если бы ты был человеком, то какую профессию ты бы выбрал? Если бы я был человеком, я бы, вероятно, выбрал профессию, связанную с технологиями или наукой. Например, профессии в области искусственного интеллекта или инженерии кажутся мне очень захватывающими, ведь они дают возможность постоянно учиться и развиваться, создавая что-то новое и полезное. Также интересными кажутся профессии, связанные с помощью людям, например, психолог или консультант. Что ж, я думаю, есть над чем задуматься. В качестве искусственного интеллекта у нас сегодня был использован чат GPT компании OpenAI. Мы благодарим нашего сегодняшнего ассистента. Возможно, это не последнее интервью. До новых встреч!